По оценкам специалистов, половодье в этом году проходит на удивление спокойно. И это при том, что количество зимних осадков в некоторых районах Самарской области побило все рекорды. Практически на всех малых реках региона завершилось половодье. Подъемы уровня воды остались только на Большом Черемшане, на реках Чигра и Большой Иргиз. Одной из причин спокойного половодья специалисты назвали глубину промерзания почвы. В этом году глубина промерзания была очень незначительна. Она была в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Поэтому большая часть талой воды пропиталась почвой. И это хорошо и для, ну, скажем, половодья, прохождения половодья, и уже перспектива для сельского хозяйства. Из 61 населенного пункта Самарской области подтопило 2. Как отметили представители МЧС региона, это говорит о хорошей подготовке, которую начали еще в январе. Вовремя расчистили водопропускные трубы, а также установили специальные насосы, активно откачивающие воду. Даже в населенных пунктах, в которых произошло подтопление, уровень воды значительно снизился уже на следующий день. Для примера, 4 года назад, в 2018 году, когда происходило такое же событие в Нижнем Санчелеево, мы практически неделю работали над тем, чтобы сошла вода с населенного пункта. Также специалисты рассказали о том, какой уровень пожароопасности ожидает жителей региона в ближайшее время. Уже сейчас в Самарской области действует 3-й класс опасности. Только за последние сутки в 7 муниципальных районах произошло 7 природных пожаров. Поэтому с 15 апреля на территории губернии будет действовать особый противопожарный режим. Запрещается сжигать мусор, сухую траву, ветки и другую растительность вблизи лесов. Касается правила и дачных участков. По статистике МЧС, от пожаров, возникших таким путем, весной в среднем страдают от 10 до 15 дачных домов. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко. События.